Здравствуйте, уважаемые зрители! Сейчас вы увидите очень показательный, характерный пример, которых, разных таких примеров, к нам приходит великое множество. Сейчас будет интервью отца, который рассказывает о своих детях. Его сын часто болел, были бородавки, которых становилось все больше, сильно портились зубы, постоянно были у зубных врачей, не было усидчивости, плохая успеваемость. И вот что произошло. Но самые поразительные изменения были у его дочери. Просто нет слов. А врачи крест на ней поставили. Ну, впрочем, он сам все расскажет. Сейчас услышите. А в конце этого видео я дам информацию для новичков и тех, кто не в теме. То есть, что это такое за именно вот эти микросферы, как они работают и всем ли они могут помочь. Итак, смотрите сюжет. Здравствуйте, меня зовут Павел. Я живу в Крыму. Сначала расскажу о своем сыне. Ему сейчас 11 лет. Он использует подушку, матрас и повязку на глаз, для глаз. Использует он в основном это ночью, когда спит. Вообще он с самого детства был подвержен респираторным заболеваниям, и каждый месяц-полтора он заболевал. Длилось заболевание около 4-5 дней, ну, после чего он выздоравливал. Буквально после 8 месяцев использования ежедневно ночью этих изделий он стал меньше болеть и стал быстрее выздоравливать. Буквально 1-2 дня, и он уже в строю. А вот последние 4 месяца он заболел всего лишь один раз. Это при том, что он каждый день ходил в школу. И заболел, и выздоровел буквально на следующий день. Вот. Также у него произошли изменения на руках. У него были бородавки 5-6 лет, которые постоянно разрастались. И вот в течение пользования микросферами за год у него все бородавки полностью прошли, у него чистые руки сейчас. Также изменения с его зубами. С самого детства постоянно мы ходили к стоматологам и их лечили. Вот сейчас уже в течение года мы ни разу не ходили к стоматологу, у него все абсолютно в порядке с зубами. И в школе, кстати, учителя все отмечают, что он стал лучше учиться, он стал более усидчивый, более спокойный. Вот. Но самые поразительные изменения коснулись моей дочери. На тот момент, когда мы познакомились с микросферами, ей было 3,5 года. И так как она родилась раньше положенного срока, была недоношенная, она поздно встала, поздно пошла, вот, и у нее все никак не запускалась речь. Она не могла произносить ни единого звука, она не понимала окружающих, когда к ней обращались. Буквально через 2 недели после использования, после начала использования микросфер, а мы ее наложили днем спать в матрас и накрывали другим матрасом, то есть делали на 2 часа, делали ей капсулу, пока она спала. Вот. А на ночь одевали на живот ей универсальную повязку, а на голову повязку для сна. И ложили ее на подушку. Вот. И буквально в течение 2 недель у нее начала запускаться речь. Сейчас она уже произносит четко определенные слова. Конечно, связной речи еще пока нету, но уже идет тенденция к этому. Это при том, что психологи и логопеды, к которым мы обращались до этого с ней, они просто разводили руками и говорили, что этот ребенок уже будет глухонемой на всю жизнь. Вот он. Сейчас она, кстати, стала намного энергичней, подвижней, более социальной. Начала все понимать абсолютно, что к ней, когда к ней обращаются. Так что я очень рад этому. Вот, и рекомендую всем использовать изделия с микросферами постоянно. Вы знаете, есть очень похожее интервью, а по силе еще более поразительное. Это когда приемные родители рассказывают просто поразительные вещи. Через несколько секунд вы посмотрите. Ну а затем сюжет, как это все работает. Да, скажу наперед, а то будет куча вопросов, не все видео смотрят до конца. Приобрести эти изделия, неподдельные, вот именно эти самые, вы можете только на нашем сайте nadgard.ru. Это будет первая ссылка сверху под этим видео. Отправляем мы их, как и, впрочем, все наши продукты, иные товары, то есть ваши заказы в любые города России и страны мира. В конце видео будет подробнее про это. И еще, посмотреть все видео про эти изделия, их около 15, то есть про лечебные свойства и живые истории,
от людей по применению этих микросфер, то есть отзывы покупателей и пользователей, вы сможете также, перейдя под этим видео, по другой ссылке, она будет вторая сверху, и вы перейдете на плейлист, раздел с этими видео про вот эти изделия с микросферами. Итак, смотрите вот этот поразительный сюжет. Когда мы взяли двух близняшек, им было 1 год и 8 месяцев. В очень ослабленном состоянии у них была масса диагнозов, которые один страшнее другого. Даже предупреждали, что они могут и не выжить. И вот тогда нам благотворители дали ортопедические матрасы, которые нам очень помогли. Девочки начали очень быстро развиваться. У них начали расти зубы, которых не было в их возрасте. Они потихонечку начали сидеть и ходить. И, в общем, в течение 1 года они очень сильно изменились. Врачи очень нас порадовали тем, что сняли диагноз, который считается неизлечимым, микроцефалия мозга, остались только остаточные явления. Но вот сейчас нашим девочкам 10 лет, недостаточно крепкие, слава богу, развиваются. Мы продолжаем пользоваться этими изделиями. Помогали вот они нам со всеми остальными детьми, которых мы брали. Каждого нашего ребенка обеспечили бесплатно вот этими матрасами. Что ж, вы уже знаете, где купить эти изделия на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем в любые города России и страны мира ваши заказы. Не только эти изделия, но посмотрите, что у нас вообще есть на сайте. Почитайте, кстати, отзывы. Под видео я тоже оставлю на них ссылки. Будут ссылки и на другие товары и видео. Я очень рекомендую вам посмотреть 2 видео про препараты профессора Исаева. Кто это такой, что он создал и группа ученых во главе с ним в советские годы. Это просто поразительно. Посмотрите непременно. Ну а теперь, для тех, кто не в теме, или, как говорится, повторение мать учения, что это такое за микросферы, как они работают и всем ли помогают. Кратко послушайте. Внутри каждого изделия находятся миллионы микроскопических шариков, полых внутри. Они состоят из натриево-боросиликатного стекла с аморфным диоксидом кремния. Внимание! Аналогов этим изделия нет, можете не искать. Все, что возможно найти, там покрыто либо силиконовым покрытием, чтобы они не магнитились друг к другу, либо из быстро разрушающихся иных материалов. Эти же изделия практически вечны, срок их службы не ограничен, если только вы не разорвете эти изделия и не высыпете данные микросферы. А принцип работы очень прост, по крайней мере то, что известно с точки зрения физики. Всем известно, что любой живой биологический организм, все теплокровные животные, в том числе человек, являются мощным источником теплового излучения тела. В процессе жизнедеятельности организм человека тоже излучает инфракрасные волны, ну или, просто говоря, тепло, о чем свидетельствует температура тела. Все это мы с вами прекрасно понимаем. Так вот, микросферы отражают эти волны, это тепло человека, в него же отражают. Таким образом, полезное инфракрасное излучение возвращается обратно в организм в неизменном виде. Таким образом, по сути, происходит физиотерапия теплом, только источником служит не какой-то электрический прибор с его электромагнитным излучением, который генерирует в том числе тепло, а свое собственное тело, которое с помощью наших изделий получает тепловую волну назад в неизменном виде. И это абсолютно безопасно и естественно, ну так как это наше собственное тепло. Так вот, за счет такого эффекта происходит повышение температуры подкожных слоев тела, где лежат эти изделия, на вашем теле. Будь то подушка, любая повязка, тапочки или нашлемник, или целая капсула, куда помещается человек целиком, поднимается на 1-2 градуса. Это местное подкожное повышение температуры и тканей, находящихся под кожей, вызывает местные термоизоляционные реакции, в результате чего увеличивается и улучшается циркуляция в тканях и сосудах крови, лимфы, происходит увеличение локального подкожного кровотока, венозного оттока, повышается проницаемость сосудов, что способствует удалению продуктов распада клеток, и, соответственно, клетки пораженных органов и тканей начинают восстанавливаться. Таким образом происходит регенерация тканей, восстанавливаются пораженные органы и ткани в целом. Есть здесь и другой эффект, который научно доказать пока не получается. По сути, это то, о чем говорил академик Горяев, ныне, к сожалению, покойный. Это волновой эффект. Это не только отражение теплового излучения нашего тела. Это и отражение той изначальной программы матрицы, если хотите, голограммы, того образа, который есть в нас, заложенный от природы, от прародителей, образа здоровья. Ведь изначально в нас программа, она никуда не девается, естественно,
направлена на здоровье, иначе вида человеческого просто бы не было. Если бы изначальная программа была на болезнь, установка. Так вот, каким-то образом запускается и эта программа. Да, у 50-60% людей, кто начинает пользоваться этими изделиями с микросферами, так вот есть такие уникальные порой результаты, иногда за считанные какие-то минуты, фантастическими кажущиеся. Но это правда, это так есть. Но у процентов 40-50 людей нет таких результатов. Или, по крайней мере, они невидимы, неощутимы и неощутимы сразу. Часть людей из этих 40-50%, если продолжают только пользоваться изделиями с микросферами, результаты становятся видны где-то там месяцев через 7-8, и об этом люди писали, у кого-то даже через год. Но уже то, и даже если бы у 5%, даже у 1% людей вот такие, без прикладывания-то усилий, великолепные есть результаты, это уже стоит того, чтобы применять. А здесь результативность немыслимая, колоссальная. То есть более чем каждый второй человек видит эти результаты. Я уверен, что если бы люди не ленились и каждый день использовали эти изделия, то процент был несоизмеримо выше. Но люди в основном ленивы и, понятно, недоверчивы. Потому что, конечно, за последние 30 лет обманывали людей многократно. Ну вот потому я и снимаю по данной теме такие показательные видео. То есть те же люди, такие же, как и вы, покупатели, мои зрители, смотрели, приобретали и вот сами писали, а иногда видео снимали о своих результатах, чтобы поделиться этой радостью своей с другими. И еще многим людям, ну, неприятно слышать, что действительно стоящие, уникальные вещи, изделия в данном случае, которые могут и помогают людям, вот некоторые люди считают, что это все обман. И вот поэтому люди нам бескорыстно помогают, снимают и такие сюжеты, и пишут вот эти комментарии по зову сердца. Буквально минуту вашего внимания, дорогие товарищи. Это не реклама, а просьба к вам, моим постоянным зрителям и покупателям нашего магазина nadgard.ru. Дело в том, что моя старшая дочь учится в институте в отделе рекламы. Сейчас у нее практика. Ей разрешили сдать зачет по аналитике моего сайта, продукции и обратной связи с клиентами, подписчиками. Она создала для этого две группы в Телеграме и ВКонтактах. Ссылки я оставлю вам на эти группы под видео. Она хочет улучшить образность и доступность информации. В эти группы она по-своему вносит продукты и описание к ним. Более качественные фото, чем в моих старых группах и на сайте. Я прошу вас не полениться, зайти в них, оценить, обязательно подписаться в эти группы, даже если вы их не будете потом смотреть. Но, возможно, вам они понравятся. И тогда моя дочь будет их вести далее, постоянно внося в них новые фотографии и описания. И я верю в то, что мы улучшим таким образом донесение до вас информации о наших продуктах и иных товарах, важных для здоровой жизни. Я прошу вас перейти в каждую из этих двух групп и подписаться на них. И будем ждать от вас отзывы, а также предложения о их развитии, о том, что бы вы, именно вы хотели там видеть, и мы обязательно учтем ваши пожелания и предложения. Благодарю за внимание. Ну а теперь досмотрите еще две минуты, особенно те люди, кто у нас еще ничего на нашем сайте nadgard.ru не покупал, и те люди, кто смотрит это мое видео, находясь и проживая не в России, а в других странах мира. Смотрите. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgard.ru, посмотрите хотя бы два раздела – отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары – вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе «Доставка и оплата». Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке с молотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на Ютубе для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня Ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом
этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет: измеряйте среду обитания. Ну, где вы живете и работаете? На радон, радиацию, электромагнитное излучение. И себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее. Под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует YouTube. Мало ли что с YouTube будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего, до свидания.